Так уж получилось, что у нас огромный запрос на азиатскую тему, что не может меня не радовать, так как в корне играют. Вы помните про пагоду. И теперь, когда у нас появился вот этот персонаж, а это абсолютно корейская история, традиционно корейский, скажем так, кимоно-костюм, веер. Так что это, этот проект прямая отсылка к моим корням. Здесь вы можете обратить внимание, насколько эта панель была разбита частей и каким образом все это было вытащено. Я могу сразу сказать, что это была задумка дизайнеров. Для нас это был непростой, но интересный вызов, запрос. Одна из сложностей заключалась в том, чтобы сделать убедительные сколы. Вот, вы можете увидеть на других кадрах.